Закончен год, подведены итоги, все трудности остались позади, и к новому пути ведут дороги, которые предстоит нам всем пройти. Поздравляю с Новым годом, годом дракона, пусть он станет по-настоящему счастливым, наполненным радостными событиями и достижениями. Дракон – символ мудрости. Так пусть же этот год начнется с правильных, мудрых решений, которые приведут к вершинам успеха. Желаю крепкого здоровья, благополучия, достатка в доме, мира и гармонии в семье. Благодарю всех моих подписчиков, гостей моего канала, за то, что вы весь год были со мной. До скорых встреч в 2024 году на новых видео. Пока-пока!